Короче, пацаны, всем здорово. Как всегда, с вами снова я, Гриф, и мы приехали... Скажи, куда мы приехали? Ребят, чтобы вы понимали, это у нас Гордума. Я не знаю, как оно сейчас правильно называется, но это у нас должна быть, по идее, Гордума. Так, закончился же. Это был пиздец. Вау, не ожидал. Не ударился? Не, сука, велик целый ютуб пиздец. Нормально, вот здесь вот, да. Плюс-минус. Сейчас, я въебался, конечно, вообще пиздец, посмотри. Блять, я бы решил не был. Блять, не, ну я как дрифтер, понимаешь? Я как дрифтер сделал все, чтобы не врезаться в бабу, потому что, ну, на GoPro все есть, кстати, от первого лица. А, я понял. А, ты что-то спел? Да, ладно, оставлю ее. Валя, ну подожди. Китайчик, ты же поднял гаки. Бежит на гаки, поднял. Ну да. Давай. Но детские игры кончились, и пришло время для настоящих покатушек. Ты знаешь, мы собрались подрифтить, а чуваки чисто собрались днюху отметить. Вон стоят там с этими. Вот у малого, тем более днюха. Ну да. А, 3 года, я думал, типа 30 лет, но знаешь, как бы советской техники там 30 лет, типа, все дела. Да, может, 3 года дрифтуют, это тоже что возможно. А, ну да, типа, годовщина того, как все собрались вместе дрифтеры. Не, ну чё, не, вон нет, там еще число есть. 13 вроде. Нет. 33. 32. Ну нормально, кстати. 32 года в дрифте, это неплохо. И вообще, кстати, тогда не создали, если что. Ля, ну это, конечно, гонево прикольное сейчас. Слушай, у меня есть идея. Может это, я давай пойду на ту сторону, а ты здесь пока посидишь, покараулишь. Ну типа, там же веселее, там сейчас М4 была. Так, а толку там? Ну смотри, ты стоишь вот здесь, а я пойду типа на ту сторону и покараулю там. Ой, иди туда. Все, давай. Ля, дядя, ты знаешь, что здесь менты уже стоят? Смотри, тут Infinity в твою сторону едет, потому что тут менты уже стоят, короче, сейчас разбираются с бэхой, которая дрифтовала. Просто по фану подрифтил чел. Но никакого жогова, как вы уже поняли, не было, поэтому мы поехали отжигать сами. Да. Я могу резину стернуть, а у меня как будто она бесконечна. Не урони, бля. Не дай бог навернешь. Ну да. Мы все-таки профессионал своего дела. Да. Все, отдал все другу в надежные руки, надеюсь. Да. Пока не проеби ничего. Не, бля, она грипповая. О! Слышь, резина немного нагрелась, посмотри на мой след. О, мусора! Нормально, да. Еще посмотри. Что это просто, бля. Сейчас проверю, может там еще идут. Thank you.
После чего мы решили, что в Аркадии слишком опасно дрифтовать, поэтому поехали жечь резину в другое место. Короче, пацаны, сейчас беру свой вел и еду, короче, с Олегом ебашить и смотреть дрифт, поэтому будет интересно, давай. Пацаны, чтобы вы понимали, что происходит. Ночь. Мы с Олегом готовимся на нелегал дрифт. Всем здорово, как всегда, с вами снова я, Гриф, и мы приехали... Куда мы приехали? Ребят, чтобы вы понимали, это у нас Гордума. Я не знаю, как оно сейчас правильно называется, но это у нас должна быть, по идее, Гордума. И да, со мной сегодня мой друг. И мы тут с моим другом немножко нелегалим. Он уже некоторые дрифтеры здесь накрутили круги. И, наверное, давайте приступать, не знаю. Велик у меня готов уже. Я хотел ему еще, знаешь, для сегодня сделать здесь скриминг, как должен написать. Я придумал даже слоган. Это пушка, конкурентов не наблюдается. Поэтому, бля. Ну, как по мне, нормально так будет. Нет, реально, вот мой кроссер, он вообще заебись. Типа уже даю, блядь. Машина аккуратно. Пробуй еще больше укладывать. Маленький угол. Ай, маленький угол. Ну, могло новое поломаться. Вот тут когда проезжали, блядь. Что такое, блядь? Платформа какая-то была. А, блядь. Давай хороший уголок. Неплохо. Белла, есть контакт. Сильно близко приехал. Что? Еще. Это такой себе. Ну так себе сейчас получилось, потому что я не знаю, у тебя что-то на колесах или нет, да? Не-не-не-не-не, маленький. Ты понимаешь, ты половину пути на одно маленьком ухо берешь, потом уже заворачиваешь на большой. Надо типа сразу вот ебашить большой, блядь, типа вот. Ща. Блять, это маленький был. Это маленький чат. Тоже маленький. Я из-за протеста не могу, блядь, делать. А ну чек. Сколько? Еще пару обрезов делаем или все? Не, давай постоишь там. Да, все, давай, забирай эту хуйню. Да. Фу, блядь, меня уже комары скусали. Начал.